Встречайте! Роман Захаров! Ром, а о чем ты думал, когда сочинял эту песню? Ни о чем. Оно же, когда пишется, оно не думается, оно просто пишется. Просто мне нравится там древняя русская история в таком плане. То есть, у нас были там фэнтези песни, такие вот тоже есть. Я что хочу сказать, эта ветка, вот эта зеленая, то, что находится здесь у нас, сокол, здесь недалеко родился сам. На этой же ветке, на станции, по-моему, водный стадион, мы первый раз с Юрой порепетировали, помнишь, да, Юра? Первый раз встретились с Юрой на этой ветке. На самом деле, Рома просто предвосхитил взлет такого жанра, как фолк-метал. Но, ребята, вы же понимаете, в оригинале эта песня звучала как фолк-метал, самый настоящий. Так получилось, случайно, как сегодня. И самое главное, это сегодня 25 лет группы «Эпидемия». Ребята, давайте вместе с вами поздравим. Группа «Эпидемия» 25 лет! Я хочу сказать спасибо большое, то, что вы все сюда пришли, и то, что вы эти песни любите и слушаете, и то, что моего авторства, то, что написал Сьюра, и то, что писали ребята. Ребят, спасибо вам большое. Спасибо. Рома, тебе спасибо за твои песни.
здесь со мной. Не стесняйтесь. Смелее. Скоро увидимся. Никуда не уходите!